Всем привет, дорогие подписчики и те, кто смотрит это видео. Сегодня я снимаю вместе с моим наилучшим другом Зименом. Поздоровайся. Всем привет. Да. И сегодня мы записываем такой необычный ролик для моего канала, как шапки на заказ. То есть я буду делать шапки на заказ для такого мега супер сервиса, как YouTube. Шапки я могу делать на любую тему, то есть, то бишь, Майнкрафт, все. Шапки примерно я делаю уже 2 дня. Это очень много для меня. Да. Те, кто хочет заказать мне шапку, будет высвечена сейчас вот такой пам-пам-пам аннотация на экране. Так. Те, кто сидит с мобильным устройством, конечно же, ссылка в описании. Да. Так что обращайтесь, пишите мне ВКонтакте на любую тему. Там, что вам написать, какой цвет, там, что вы вообще хотите. Напишите привет, короче, мне. Как дела, спросите обязательно. Я люблю, когда мне спрашивают, как дела. Да. И Зимен хотел кое-что сказать. И все, кто смотрит меня, конечно, роликов не будет где-то неделю, потому что мой ноутбук в ремонте, там сломан микрофон и платы на ноутбуке. И таких плат нету, их заказали в магазине, да, и сказали, что будет где-то через неделю. Это вообще очень плохо, потому что я делал конкурс какого-то числа, я уже не помню. И итоги конкурса, как я говорил, что будут 15 числа, но их вообще нет. И они будут через неделю, да, это очень плохо. Это вообще капец, короче. Это печалька. Да. Да, это вообще печалька, печальная. Ладно. Я сейчас вообще грущу без ноутбука. Да, разговаривать через планшет со мной сейчас. Сейчас. Планшет это вообще ужасно. Да. Ладно, все. Все, кто посмотрел это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на канал Зимена, ссылка в описании, и на мой канал, конечно же. Всем пока. А шапки он классные, сразу говорю. Классные, прям прекрасные. Классные шапки. Ну, короче, всем пока. Да, всем пока.